перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Бля, он, наверное, я в эфире уже, между прочим, так что не вкидывай ничего. Я думаю, что он, наверное, тоже так кладет вот эти таблички из Кашмира. Лол. Здравствуйте, здравствуйте, мои подписчики. Здравствуйте, мои друзья. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить вот про жизнь. Потому что жизнь – это единственное самое ценное, что у нас есть. И помните самое главное, что если хочешь понять жизнь, то перестань верить. Перестань верить тому, что говорят, пишут. А начни наблюдать и чувствуй. Антон... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Защитные стены могут мешать тебе, но самые непроходимые стены в мире – это те, что окружают наши сердца. Помните, помните об этом и о том, что дом внутри, что жизнь, она больше, чем YouTube, чем твоя мамка, чем автобус, в котором ты едешь, и толстые мужики здоровые давят твои ноги, когда ты хочешь оказаться в своем вузе или школе. Жизнь, она больше значительно. Дух или материя? Всевышний. Можете трактовать это как угодно. Всевышний как творец, как парень с бородой, который подкинул кости динозавров, чтобы спузить наши планы. Или как энергия или материя. Так что Всевышний – неосознаваемая сущность. Или любовь. Или любовь. Дима, как палец? Выздоравливай. Спасибо. Палец хуёвенько. Он еще не сросся. Костная мозоль еще не образовалась. Просто гематома, которая возникла при разрыве, она сейчас сковала разрыв между костью в трещине. Она скоро затвердеет. Вот здесь, видишь, синенькая такая хуйня, как будто я схватил кусок грязи. И потом она превратится в костную мозоль. А дом он внутри. Так, что бы вам еще рассказать такого, что в жизни с чем я столкнулся? Попробуйте почувствовать, что любое действие, которое вы совершаете, самое прекрасное действие, самый красивый танец, потому что вы танцуете со всей Вселенной. Это то, о чем я говорил на протяжении последних 8 лет в своем блоге. Прощайте все, выражайте вашу сущность, позвольте вашему сердцу вести вас. Только ваше сердце ведет вас, там любовь, там целеустремление, там ваша мать. Такие дела. Так, видел прожарку поперечного отхова. Но это не поперечная была прожарка, да, я считаю, что это аморально. Потому что нельзя 10 человека публично, которые не публичны. Это перебор. Ну, это слишком. Нельзя так поступать, правильно? Вот. Можешь хуесосить Даню, как угодно. Можешь, не знаю, шутить про его мать. Но, как бы, шутка про еблю мамы, да, в принципе, там, мою, твою, его, еще чью-то, это абстрактная мать, да. Понятно, что никто никогда не ебет ничью мать. А дома внутри. А конкретная девушка, которая совершенно не причастна к этому, но она не виновата. Вот. Это слишком, я считаю. Я взвесил за и против. Кто-то говорил, что хорошие шутки, можно лайк поставить. Я считаю, что шутки там, ну были какие-то, может быть, такие, что можно улыбнуться, но они все равно не стоят того. То есть лайк не заслуживает. Я так считаю. А? Да, вот так надо показывать. Пиздец, я пробник по английскому на 2 написал. Пиздец. You are fucking stupid idiot. Поздравляю тебя. Hello. Привет. Здравствуйте. 9М. Что такое 9М? Далее. У тебя есть девушка?
У меня? Конечно. Так, Ларин, почему ты больше не злой? Потому что Бог, он внутри. Жизнь, мотивация, она внутри толкает тебя. Наталья Бантеева мне написала недавно. Да, мне написала недавно Наталья Бантеева. Давай, говорит, снимемся. Ставь лайк, подписывайся, делись трансляцией, если хочешь, чтобы я оказался в шоу Натальи Бантеевой. Димон, какой у тебя уровень английского? Я не знаю, я только на хинди говорю. Ларин, походу, тоже на два сдал. Смешно. Будут ли в будущем стендапы? В будущем будут стендапы. Под рок-музыку. Так. Hi, how are you? Not bad, thank you. Привет, здравствуйте. Будет фит? С кем? Вообще, да, а почему нет? Фит может вполне состояться. Стоит выпиливаться в 30. Блять, не знаю. Не выпилился в 20, значит, в 30 нет смысла. Унди апа мацалех. Я не знаю, что это означает. Учил когда-нибудь французский? Нет, я был во Франции 3 дня, мне хватило. Привет. А ты что сидишь там? Занимайся семьей. Сейчас пойдем веселиться. Да, кстати, всех с праздником Великой Победы. Всех поздравляем. Да? Потому что война это ужасно. Победа это тоже ужасно на самом деле, потому что она связана с войнами, так или иначе, с человеческими жертвами, потерями. Стоит ли уходить после 9 в техникум? Уходи после 9 в армию, чувак. Если у тебя возникают такие вопросы. Ты приедешь в Киев? Возможно, возможно. Если я приеду в Киев, я в первом моим долгом будет встретиться с Сашей Шапиком и с Мартиненко Андрюшей. Сколько языков? Ну, может быть, не знаю. Мартиненко проявлял желание, я бы с Мартиненко встретился. Андрей, если ты меня слышишь сейчас, то знаю, я бы пересекся. Если твое предложение еще в силе. Так. Ну что, съездим в Карпаты, покатаемся на горах, по горам. Здравствуйте, здравствуйте. Сделай с Окси versus батл. Дай-ка мне какой-нибудь бит. Но. Про Окси сказали, тут бит нужен. Нормально. 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 Донли Волга летечет, котомку на плечо, брыгунит там тайничок, открытый фомка не ключом, сколько миль еще. Перелет короткий был не в счет, долгий был не в счет, фургон набит коробками с мерчом. Верим подфартив наши постели, портативными не стреляли 2 пути. Ладно, спасибо за внимание. Мы поем только за деньги. Пишут, что я дебил. Ты кто такой? Я волна. Дом внутри. Любовь повсюду. Мимо. Мимо. О, Слава КПСС, день рождения? Серьезно? Или ты лжешь, мразь? Как откосить от армии? О, я об этом скажу в отдельном выпуске. У меня скоро будет, кстати, снова тема армии подниматься. Плюс я буду там некоторые советы давать. Если сейчас мы стыканем с одними ребятами, то все ок. Пиздец, Ларин, что с тобой стал? Да все, все. Ларин, ты умеешь кататься на скейте или роликах? На роликах умею, потому что на коньках катаюсь. Ты крутой. Ты крутой. Спасибо. С праздником. И вас с праздником. Мой дед воевал. Вот у вас, наверное, воевал прапрадед или прадед. У меня дед конкретный. Я его помню. Такие дела. Сколько тебе лет? Мне 30. Эй, диджей, давай что-нибудь повеселее. Мне пишут Перни. Зачем они пишут Перни? Это ужасно. Что с тобой не так, мразь, будет? Ну, почему нет? Я лучше читаю рэп. Я вообще не читаю рэп, чувак. Если ты себя со мной сравнишь, у тебя проблемы.
Ларин, ты был крут в 2014. Спасибо. Значит, САР 23. Так, рано еще. Это что за транс? 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 Где экстази? Диджей Димасик. Это не я. Диджей Димасик, это... Диджей КС. Это она. Привет. Да. У меня все под контролем, мать. Да, да. Ты девственник, да. Как ты узнал? Ты спалил меня. С Днем Победы, с Днем Великой Победы и тебя. Здраво, приветствую. Как зовут твоего деда, Александр? Звали. Hello from Croatia. Хорваты, здорово. Тебе нравится, что фигура Ксюши, конечно, нравится. И тебе нравится, судя по всему. Но ты не Дмитрий Ларин, увы. 15-й год. Это важно. Скажи что-то там. Не скажу. Почему ты не сходишь к логопеду? Мне без Стёба серьезно интересно, почему ты не справишь картавость. А я как бы люблю картавить. Мне нравится. Тебя на версию пропустят? Меня? Ты даже не представляешь, насколько все не так, как ты думаешь. Ладно. Хуятина, ты тупая. Так, передай привет. Привет тебе. Будешь опять стричься на лысо. Я ж не тупой. Это надо было для одного клипа, для одного кусочка. Гандон пишет. Ну почему же так? Репост мне сделай. Не сделаю. Скажи секретное имя слова. Не, имя Соболева. Нет, не скажу. У тебя будут дети, добрый Ларин? Но я не настолько добрый, чтобы детей делать. Нет, нет, не будет детей. Когда на Версус? Я не знаю, пока Коля разъебывается со своим дерьмом, я с этим не ебусь. Потом, по крипте поговорим. Да поговорим завтра, форк Еоса. И, в принципе, теоретически может возникнуть ситуация, что будет памп. Так что те, у кого есть EOS, не продавайте его ни в коем случае. Следует дождаться. Вообще следует дождаться лета, когда ожидается бета. Бета. Передай привет Вите, Диме и Тёме из 6 А. Привет ребятам из 6 А. Передай привет. Нет, не буду больше. Все, перечисли нескольких видов трусов. Я люблю семейники, чтобы было свободно. А кажись перед Дудем, что скажешь? Слышь, пес, что на меня наезжал, а? Примерно так. На часах 23. Как Юра Дудь дурь с двух рок или то подрать сук или... Здравствуй, здравствуй. Семейники, говно хуй вываливается. Ну... Ты можешь как бы аккуратно с говном-то, может, и не вывалиться. Люди, кто это? Они не знают, кто я. Ты представляешь? Это люди из топа эфиров. Они такие, типа, что это за чувак? Чем он известен? Почему он у меня выскочил в рекомендациях? Ведь в этот день, 9 мая, я вот такой здесь сижу и... Че бы полуркать? Передай привет, привет. Так. Ну, что вам еще рассказать? Не знаю. Готовлю некоторый проект. Сходи к логопеду. Не собираюсь. Не надо. Не хочу. Не надо. У меня есть другие дела. И, в принципе, я могу доносить свои мысли без 18 буквы кириллического алфавита. Понимаешь? Вот. Давай я сейчас буду говорить до конца эфира. Без буквы «кр». Давай. Окей. Аллах Акбау пишет. Пользователь с ником, в котором есть буква 18. Давайте. Я не буду озвучивать эту букву легко. Вот пока что я не был. Я, видите, достаточно легко общаюсь. И все. Проблем. Блять, проблем, сука.
пропустил. Никаких нюансов. Негативных, в смысле. Я двигаюсь дальше в том же направлении вектора. Но, в принципе, я могу написать текст без буквы R, так что, если ты об этом, то не надо. Скажи... Нет, там есть эта буква. Так. Бьет по мозгам эта музыка. Да как это специально было сделано. Как бы ты еще не понял? Не получается. Да, мне уже лень. Не, в принципе, потренироваться можно. Я вообще начал наблюдать за собой, когда я попытался писать текст без этой буквы. Вы можете открыть последний текст Диса и текст моего трека, который выйдет очень скоро. Ну, второй вы не можете открыть, к сожалению. Там нет практически этой буквы. И не скажу, что это сложно, а к этому надо просто привыкнуть. Чё-то скучно, не отвечаешь на вопросы, так ты задаешь вопросы говенные. Когда клип про любовь? Ой, скоро. Не факт, что в следующем, но через один, через два. Да-да-да-да, я занимаюсь музлом, чувак, это интересно. Чё по шиперским видео? А вот напишите, пожалуйста, есть ли смысл делать шиперские видео? Ты как думаешь? Не любишь классическую музыку? Иногда, под настроение, под работу. Очень редко. Раньше было больше. Какого хера ты не выговариваешь букву «Р»? Не знаю. Чё-то проснулся однажды, думаю, нафиг надо. Привет, здравствуй. Игры для даунов? Да, я купил плойку, поиграл 2 дня, мне хватило. Я прям почувствовал падение IQ на 8 пунктов. Чё с пальцем? Где, блядь, твои очки? Ты чё их не носишь? Ношу, просто я домой зашел, отдыхаешь от них. С тобой что? Что случилось? Подрался на улице. Пизделся и на позитиве. А чё я должен, типа, реветь? Не знаю, меня позиция опять-таки того же Хованского удивляет. Говорит, прошел бы мимо, типа, человек бьет на улице. Женщина воет в тачку, пытается в мимо проходящую стороннюю запрыгнуть. Делай его. Ты наркоман, чай пью, да, кофе с сахаром, все такое. Наркоман, конечно же. Где, блядь, укулеле? Укулеле там, в комнате, но надо струнку купить. Кстати, хорошо, что запомнил. Сейчас пойду гулять. Ищите меня во всех магазинах музыкального характера. Куплю струны для укулеле сопрано. Пойду суицидность, ибо тебя не видела в жизни. Жизнь хуйня. Но первое, это так себе. Жизнь хуйня. Типа, все в твоих руках. Мир внутри. Любовь движет нами. Помни, что для того, чтобы изменить жизнь, ты не должен никого слушать, не должен никого читать. Ты просто должен наблюдать и осознавать мир. Мир, он огромен, он разный. О, боже мой, какой он великолепный. Контакт это сын. Укулеле или видеоблогинг? Укулеле понимает, помогает, вернее, абстрагироваться от видеоблогинга, это раз. Во-вторых, укулеле можно задействовать в блогинге. Как начать жить? Ты вроде пишешь, значит, ты существуешь. Ты мыслишь ведь, значит, существуешь. Где музыка? Сыграешь? Слушай, надоело. Когда батлы в твоей лиге? Скоро. Я хочу это сделать. Я серьезно, это не мем. Я хочу это сделать, но у меня все нет времени. И... У меня есть видение этой площадки, она безумная. Сейчас будет лето, может быть, там. Так, я думаю, что если я кину кличи, будут нормальные бойцы, то, в принципе, все может закрутиться. Нефиг делать. Ты окончательно ушел в рэп? Нет, нет, нет. Я буду видосики еще снимать. Просто они будут немножко другие. Ну как другие? Будет психокухня, ведь вышел новый дядя Федор. Да? Серьезно? Вышел новый дядя Федор? И каково же это? Сколько Максиму было народа на лайве? На лайве, ну, в Москве, там, в СПБ за 1000, 1000 чем-то, не помню. Да это не важно, типа, где 1000, там и 5, где 1000, там и 100 человек. Если ты умеешь общаться с толпой в 100 человек, то, в принципе, многотысячное вытянешь, мое мнение. Как-то опыт был, я ездил 3 раза в туры, 2,5, я бы сказал. 20 городов, там
22 и потом что-то типа 4. Так что опыт сцены есть. Сцена — это круто. А ты кто? А меня зовут Дима, а тебя как? Халло, здравствуй, захватишь с собой по магазинам? Не-не-не, я по магазинам один хожу, не хочу тебя брать с собой. Не дашь сконцентрироваться. Здорово, здорово, привет, как дела? Что хорошего в том, что сидишь, делишься какой-то ерундой? Да я, чувак, я не целенаправленный, типа такой, блядь, надену-ка лучшую свою рубашку, причешусь, зубы почищу, сяду сейчас как перед окном, чтобы свет качественный стоял, поговорю о всякой хуйне, поотвечаю. Нет, я сейчас гулял, я ходил на батуты, можешь зайти в сторис у меня там свернуть, посмотреть в сторис, я на батутах прыгал. А потом прогулялся, поел на индийской кухне, пофлешбэчил, то есть поговорил с сестрой, с Ксюшей. А вернулся домой, чтобы ноги немножко отошли, вот сижу, думаю, свободное время. Да, сальто делал там, все такое, ну... Да, я понял. Покажи, покажи, скинь. Вот. Так что это все так. Это просто жизнь. Ты все усложняешь. Ну зачем ты такой? Ну, блядь, ну мир не черно-белый. Бог, он внутри. Любовь там же. Дом внутри. Мир огромен. Любите друг друга, цените. Пишите чаще своим родителям. Пишите маме. Жмите руку папе. Говорите с ними о помощи. Помощи другим людям. Helping Hand Challenge. Рука помощи. Раздавай деньги на улице, если они есть. На донатах не стрим. Как прыщи убрать? Друг спрашивает. Я откуда знаю? У меня прыщей не было с 2003-го. Ты обдолбанный? Нет. Так выглядит, да, всегда? А что с той девушкой, которую ты спасал, стало? Ну, короче, тот чувак снова начал ее бить, потом подошли ребята покрупнее, окружили его, потому что мне уже надоело бороться с этим злом, потому что я его просто, ну, не убил бы, естественно, я просто поколотил бы его еще сильнее, покалечил. Зачем? И как-то локализовали ситуацию, потом мы вернулись, уже никого не было, они рассосались и убежали. Все. Мне интересно. Я не знаю, что с ней случилось. Надеюсь, она ушла от него. Смысл подачи этого потока? Блять, ты усложняешь, мужик. Ты пойми, что любовь внутри. И все такое. Можно вопрос? Конечно, можно, чувак. Мы для этого здесь собрались. Ты читаешь что-нибудь крутое из своего, пожалуйста? Не, не буду. Потому что нет. Так, покажи собаку. Ушел прогуляться на улицу. Ты говорил в одном из видео, что прижигаешь прыщи чем-то. Тварь. Сам ты тварь. Я прижигаю прыщи твоим горячим пуканом. Не, нельзя так говорить. Это хуйня получается. Так. Как выговорить со сцены норм? Как выговорить со сцены норм? Выговорить со сцены норм? Ты о чем вообще? На сцене норм, скажем так. Мне нравится. Задавай конкретный вопрос. Я видел Ксюшу 2-3 дня назад с другим парнем. Ну, блядь. Жиза. Так, почему собака не пришла? Ну, потому что не слушается. Где клип? Я не знаю. В процессе все. Надеюсь, ты выиграешь Соболева. Я в этом уверен, братан. Был на концерте ЛСП в Питере? Нет, не успел. Как тебе Айхик просто? Айхик просто. I'm from Chernobyl, dude. Окей, рад за тебя. Дима, какой твой рост, вес? Я не знаю, все говорят, что я приехал, и я вырос. Но после 20-22 мужчин не растут, если не ошибаюсь. Но вообще было 180. Я стал выше? Мне кажется, у тебя 182. 182 стало? Это очень странно, ребята. Я действительно, типа, как будто бы чуточку подрос. Ну, мне кажется, просто все стартали здесь прямо, не было в России, начали в воду добавлять какую-нибудь хуйню, и люди просто уменьшаются, все закончится тем, что... Мы не станем Эльдаром Таратом. Не смешно. Эльдар классный. Дима, почему мы псы и мрази? Я не знаю, у себя спроси. Видел видеоклип на трек This is America? Видел очень стильно. Очень стильно, за 3 дня 38 лямов. Дерзко, я бы сказал. Здорово, еблан. Чё, кого-то в чате нашел знакомых, да?
Домой. Что домой? Я дома. Привет. Цвет настроения синий? Нет. Цвет настроения валится с моего стрима, мудак. Hello. Передай привет в Мишкино, Курганскую область. Ребят, привет всем в каждой области, из каждый субъект Федерации, Российской Федерации. Я пошел прогуляю, пожалуй. Ищите меня на улице вашего города, даже если вы не из Питера. Все. Всем пока. Спасибо за внимание.